Это мой внук, у него по спине угревая сыпь. И я вот делаю ему процедуру. Первый раз делаю. Будем смотреть, как будет проходить у него это все. Как помогает этот аппарат Тенги при угревой сыпи. Ему 18 лет. Это возрастное. Надеюсь, все пройдет у него. Горячо? Или терпимо? Слабо. А? Слабо. Слабо? Вот так, работаем. Вот. Горячо, да? Совсем горячо. Вся спина у него в сыпи. Вот, конечно, надо в первую очередь чистить кишечник. Так что давай, я буду тебе по утрам давать соль. Надо чистить кишечник. Может, даже из-за того, что кишечник засорен, вот, выскакивают всякие вот такие угри, высыпания. Так что приобретайте аппарат Субтенги. Это ваш домашний доктор. И косметолог, даже косметологию тоже можно применить. Сами себя лечите. Не надо ходить к врачам, тем более здесь, в Корее. Ходить к врачам обходится очень дорого. А это приобретете себе аппарат и сами себя будете лечить, лечить всю семью. Так что аппарат можно приобрести у нас в компании Надион. Звоните мне на мой номер телефона 010. 51 39 58 11. Закажете, оплатите, придет вам посылка от завода. Вот так работает аппарат. Лечить можно на любом участке тела. Вот. С головы до пяток можно работать этим аппаратом. Горячо ему терпит. Горячо терпит. Зато пройдут эти угри. Баночный массаж теперь будем делать. Это сельбустер наш. Подключили банки.